друзья! В этом видео вы узнаете анонс и точную дату выхода первой серии турецкого сериала «Мистер Ошибка». Первая серия выйдет на экраны Турции 26 июня. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. В анонсе первой серии турецкого сериала «Мистер Ошибка» мы увидим, что Эзги – молодая и жизнерадостная девушка, которая при случайных обстоятельствах познакомилась с Асгюром. Молодой человек любил свободу и тем самым оправдал свое имя, ведь оно означает «свобода». Так случилось, что между этой парой сразу же вспыхнули серьезные конфликты и появилось некое недоразумение. Никто из них не мог и подумать, что эта встреча может стать судьбоносной и перевернет их привычные жизни с ног на голову. Асгюр был парнем из очень богатой и влиятельной семьи, но, несмотря на это, он работал в баре на должности бармена, и ему нравится такая профессия. Юноша никогда не верил в любовь, и его отношения с представительницами прекрасного пола никогда не затягивались на долгое время. Эзги хотелось бы встретить настоящую любовь, но так складывалось обстоятельства, что ей совершенно не везет в отношениях с парнем. Наступил момент, когда она совсем расчаровалась в любви и в любовных отношениях и решила поставить крест на личной жизни. Теперь девушка хочет посвятить свою жизнь карьере. Когда Асгюр узнал про проблемы в личной жизни у Эзги, то он решил помочь ей исправить ситуацию. Парень начинает учить ее, как нужно правильно завоевать любовь мужчины. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, чтобы дальше видеть, что же будет с нашими главными героями. А также пишите комментарии. Желаю вам хорошего настроения. До скорой встречи!